Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 90. Так, ну я уже понял, по трассе у нас интернет пропадает, запись приостанавливается, а потом по новой возобновляется. Надо будет либо оператора менять, либо... Да даже в голову не приходит, что можно вообще сделать. Андрей, заказов мало в последнее время от клиентов. Я же не сам просто так езжу по стране. Поступает заказ от клиента, и я выполняю его, и съемки заодно веду. В последнее время заказов очень мало. Ну вот видим, что ремонтируют трассу Тула-Москва. Слева это не снег, это ткань какую-то, я не знаю, утеплитель, наверное, стелят.
Так, я смотрю, периодически подвисает видео. Зашел с другого телефона. Надо смотреть так, никакого удовольствия нет. Возобновилась картинка. Думаю, что только ближе к Московской области связь улучшится. Впереди камера. Ограничение 110.
А что комментировать-то? Комментировать нечего. Еду, серая дорога, серое небо. Ничего интересного нету. Леса, небо, дорога, машины, столбы. Все. Больше ничего нету. Так, 110 разрешенная. Мы идем с запасом, вообще не нарушая. 142 нам до места ехать. Это по времени 1 час 58 минут. По 2 часа. Даже побольше, думаю, потому что надо будет заехать на заправочку. Бензина мне не хватит. Оставили машину с... Ну, не с пустым, но четверть бака была. Что у нас, кстати, по расходу? Когда выезжал... Так, ну вот вижу, картинка отвисла. Когда выезжал из города, да, нужен стабильный интернет, которого нет. Ну не знаю, в следующий раз попробую, может быть, на заправке, когда остановлюсь, попробую зайти с другого телефона, с мегафоновской сим-картой, попробовать вести трансляцию. А сейчас веду с билайновской, но с билайна, как видите, не очень. Вот тульское такси поехало в Москву на заработки. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 110. Так, когда выезжал из города, расход был 9,3. Ну, посмотрим по трассе, сколько будет. Я его обнулил. Сейчас показывает 5,1, 4,9. Toyota Corolla. Да, зависит от интернета, от качества интернета. Но, собственно, кому он здесь, я думаю, его никогда и не наладят здесь. Кому он здесь в лесах нужен? Людей нету, никого нету. Вот опять. У нас нет связи.
они вот так вот по трассе постоянно прерываются. Так, а мы параллельно я записываю на видеорегистратор, и позже, ну, тоже будет полное видео. Сейчас я же говорю, это был просто тестовый вариант, но понимаем, что он пока неудачный. Картинка пропадает регулярно. Я думаю, что стабильное видео без потери интернета где-то через час будет. Андрей, я параллельно так и делаю. Параллельно идет съемка на регистратор. И позже будет выложен весь маршрут. Я же говорю, это была пробная попытка просто. Которая успехом не увенчалась. Веду. Я думаю, стабильная связь появится где-то через час. А позже я на заправке попробую поменять телефон и вести трансляцию с другого телефона. Может быть, и звук будет получше.
Хотя, наверное, не буду ждать. Вот сейчас на паркинг заеду через 800 метров. Попробую телефоны поменять местами. Вот и будет наглядный пример, как работает Билайн, как работает Мегафон. Так. Взят новый курс. Время 108 километров.